Добрый день, приветствую вас на нашем канале. Данный сюжет мы специально обращаем в образе и виде прямого обращения, специально для тех, кто желает и изъявляет стопроцентное желание относительно обучения и учения. Прежде всего, я вам предлагаю не видеоуроки, на которых мы не можем в полном объеме познать и изучить все тонкости, все нюансы, все трудоемкости относительно, прежде всего, это полуобъемной геометрии и геометрии. В реальном положении я приглашаю на мастер-класс и на уроки, своеобразная, будем говорить так, школа и прочее, на обучение подобных вещей, подобных сложностей. Уроки происходят в формате от недели до месяца. В реальном присутствии здесь, в реальном предоставлении, в частности с нашей стороны, это жилья, это пропитание. График обучения происходит ни час, ни два, ни три. Каждый день, который включает непосредственно в себя, будь то неделя, будь то две, будь то три, будь то месяц, включает в себя следующий порядок. Обучение начинается непосредственно приблизительно с 9 из 10 часов дня. И работаем мы фактически, получается, в данном направлении при обучении приблизительно до 10-12 часов ночи. В прямом смысле этого слова. Включительно мы включаем непосредственно, это само собой резьба, это само собой стамески, резаки, само собой это лакопокрасочные моменты, само собой это подготовление предварительно заготовок, само собой это выпиливание работы непосредственно электроприборами, это прямое участие вместе с нашей командой непосредственно в тех нюансах, в тех планомерных масштабных заказах, которыми мы занимаемся. В однозначном порядке я вам скажу, что после фактически как бы месяца стопроцентного обучения вы получаете не просто знания, вы получаете стопроцентные навыки. Прежде всего, я ломаю понятие того, что принято между, как говорится, резчиками по дереву. Вот надо делать так. Нет. От меня вы ровно через месяц вы выйдете с пониманием и представлением совсем другим. Вы забудете о том, своеобразно, что вы своеобразно делали раньше. Так что полный спектр услуг я вам предоставлю в полном объеме. Обращайтесь по указанным, как говорится, номерам, которые будут указаны на нашем видеоролике. Это прямые мои контактные номера. Это, соответственно, прямой выход получается на меня через Viber. Это видеоположение, это в частности прямые контакты. Считаю, что непосредственно все доходчиво сказано. Да, будет показываться геометрия, да, будут показываться инновационные моменты, будет показываться что-то такое неординарное. Но я вас еще раз уверяю, скажу вам следующее и главное. По видеоурокам это нереально познать и взять максимализм в тех самых нюансах либо моментах. Самое главное непосредственно это прежде всего присутствовать в реальном состоянии, в реальном рабочем процессе. Когда вы здесь будете присутствовать, я вас уверяю, что ровно через, как говорится, то время, которое вы выберете, вы научитесь многим вещам. Спектр деятельности наш будет весьма расширенный, весьма широкий. Так что обращайтесь напрямую. Честно говоря, те, кто меня услышат, и те, кто в самом деле воистину живет этим и живет с этого, я считаю, что для вас это будет больше, чем полезно. Потому что благодаря наученному, благодаря взятому, вы преуспеете. Я вас уверяю, с наилучшими пожеланиями к вам, Адольф Юрьев. Обращайтесь, готовы вас принимать, готовы вас встречать с любого края земли, на любых фактических условиях. Обращайтесь, будем договариваться, будем встречаться, будем, как говорится, знакомиться, будем сопрягаться в моментах. И таким образом, я считаю, что посредством данного у нас будут образовываться отношения, товарищеские, дружеские, совместные. И прочее, 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 потому что выполнение заказов и прочее, это расширенный весьма спектр. И хочу вам добавить в конце главное, почему как бы я вообще делаю данное обращение. У меня в недавнем прошлом умер близкий товарищ и друг, это один из ведущих кировоградских специалистов, это Денис Дубрава. Мои искренние сожаления, в частности, его семье. Он начал обучать людей и передавать. Я раньше как бы этих моментов не понимал непосредственно, сейчас я понимаю. Прежде всего, я не движим там особо как-то на вас заработать, не подумайте никоим образом. Просто хочется своеобразных фанатиков этому научить.
просто передать. Если вы в этом усматриваете, что для вас это может быть больше, чем, то я искренне вам просто-напросто то, что я смогу, то вам дастся. У меня, честно говоря, столько задумок, столько видений, столько касаемо всего данного, что у меня порой аж разрывает мою голову, в прямом смысле этого слова. Это надо передавать. В принципе, этим я и руководствуюсь, дабы непосредственно передать это людям, которые не просто там, допустим, подделают, потом это оставят. Нет, те, кто живет этим, и кто хочет жить с этого. Еще раз, если что-то не так сказано, приношу искренние извинения. С наилучшими пожеланиями, с уважением к вам, в частности, Адольф Юрьев. Наше обращение будет переведено на несколько языков. Также дополняю, что получается, касаемо владения языков и прочее, те, кто не владеет нашим языком, мы предоставим непосредственно это своеобразного переводчика по вашему языку в реальном положении. Касаемо питания сказал, касаемо проживания сказал. Также у нас предусматривает, если вам будет интересна наша страна, это, соответственно, экскурсии. У нас возле мастерской находится сразу водоем, это с рыбалкой. Включительно мы можем включить, как у нас все происходит, без понтов говоря. Это мясо пожарить, рыбу пожарить, это приятное общение. Ну, как говорится, я считаю, что все будет плодотворно. Еще раз приношу свои извинения, если что-то не так сказано, как говорится, потому что речь предварительно не подготовлена, говорю, как оно есть. Все, обращайтесь, буду рад, как говорится, наставить, помочь. Если что-то не так, то, как говорится, не осуждайте. Все, с наилучшими пожеланиями к вам, Адольф Юрьев и наша команда.